Компания «Эко-Сити» при поддержке Министерства строительства Российской Федерации и правительства Челябинской области с гордостью представляют новый проект «Жилой микрорайон Вишневая горка». Микрорайон «Вишневая горка» является самым крупным проектом на территории Челябинской области, реализуемым в рамках госпрограммы «Жилье для российской семьи». Участок расположен в 2 километрах от северо-западной границы Челябинска в экологически чистой зоне, свободной от промышленных выбросов и городского смога. Благодаря розе ветров воздух здесь всегда чистый и свежий. На западном берегу Шершневского водохранилища уже несколько лет ведется активная комплексная застройка. Благодаря этому участок нового микрорайона будет подключен к уже готовым сетям водоснабжения, водоотведения, теплосетям, электросетям и газовой котельной. А будущие жители Вишневой горки смогут пользоваться развитой инфраструктурой соседних районов, на территории которых уже работают несколько муниципальных детских садов, различные магазины и предприятия сферы обслуживания. Микрорайон «Вишневая горка» — это участок в березовом лесу площадью 58 гектаров, на территории которого будет возведено 46 10-этажных панельных домов. Для привыкших к удобствам городских жителей запланировано строительство развитой социальной и коммерческой инфраструктуры. Для жителей Вишневой горки будет работать 2 детских сада на 230 мест и 2 школы на 800 учащихся. В северной части микрорайона будет расположен торговый комплекс. Также предполагается строительство коммерческой недвижимости в формате «магазин у дома» и на первых этажах домов. В качестве решения парковочного вопроса архитекторы Вишневой горки предусмотрели 10 крупных автостоянок по периметру микрорайона и небольшие стоянки внутри дворов с суммарной вместимостью 3000 машиномест. В каждом дворе проектом предусмотрены игровые площадки для детей, спортивные площадки и места отдыха. В центральной и северной части находятся прогулочные аллеи и футбольное поле. Жилой фонд Вишневой горки представлен небольшими, удобными, 1-, 2- и 3-комнатными квартирами площадью от 24 до 65 квадратных метров. Планировки квартир в формате студии, студии плюс 1 или 2 спальни, малометражных и полнометражных, 1- и 2-комнатных квартир позволяют найти подходящее жилье для каждой категории покупателей. Квартиры сдаются с полной качественной чистовой отделкой. Это означает, что покупателям не придется тратить свои деньги и дополнительное время на ремонт. Заехать в новую квартиру можно будет сразу после получения ключей. Сдача первой очереди жилых домов намечена на первый квартал 2016 года. А полностью завершить проект компания «Эко-Сити» планирует уже в 2018 году.